Да, бля. О, да. О, бля. Итак, ну давай, приглашай куда-нибудь. Да, будем, я создаю, значит, первая кампания, которую будем проходить. При этом, ну, это не просто кампания, режим-то сражения. Так что подключайтесь и мешайте нам проходить эту кампанию. Мешать? Ну да. А, то есть люди будут против нас, будет мешать проходить? Конечно. Обалдеть, вот это круто. Давай будем за людей. Как это выбрать? А, выбор персонажа. Выбор персонажа. Элис. А, не могу выбрать, я буду негром, девушкой. А я буду Элис. У меня есть кнопочка позвонить. У тебя есть кнопочка позвонить? Да, ты что, на телефоне? Поздравляю, ты купил правильный телефон. Не, на телефоне у меня нет кнопочки такой, именно кнопки позвонить. Там все, знаешь, как дурацкий телефон без кнопок вообще. Я в меню, смотрю на зомбиков, которые ходят. Тыняются просто, и это ужасно. Они такие себе. Это как в понедельник на работу, вот они так же примерно. Ну. Я просто, когда играю даже сам с собой, я много разговариваю. Наверное, соседи меня любят. А, я себе купил еще термопасту. Представляете? У меня мой процессор i5 работает. Не твой, твоего компьютера. Ну, он-то мой. Мой! Ну, он мой. Дрочила сразу, сходу. Зачем? Почему я? Я же дедушка. А, черт побери, у меня какая-то хрень подошла и взорвалась. Меня обливали и запинали просто. А меня толстяк забрызгал. Я чувствую, это, так это... же будет, это когда с такими нашими стримами нас просто увидят наши зрители. Нас так же разорвут. Да. И вот наш первый прорыв удался метров на 20. Подожди, я вон до мира поднимаю. Тумана курят, тумана курят. Курим тумана. А, в смысле... Ой, фу, какая-то чмо на меня нападает. Ты пытался покурить туман только что, да? Так, туман опять курят, да? Да, вот тумана... Хорошо его курить. Ай, ай, меня ранили. Ребята, ребята, помогайте. Такое ощущение, что вы просто немощи какие-то, это ужас просто. Да их просто много, ну ни хрена себе, ну ты посмотри, сколько их много было. Дамир, он хромает, блин, идет еле-еле. Зои, а, они кричат, постоянно я слышу такую хрень. Зои, хватит по мне стрелять, теперь я понял, это ж я Зои. А ты шмаляешь по своим, да, да, ну я понял. Я привык. Думаю, о, баба бешеная какая-то с нами бегает. Да ладно, с нами Дамир и Туман играют, они, я думаю, в курсе, что и я играю. Они уже приготовились. Нет, я про персонажа, то есть вы все-таки как бы за персонажа играете, и вот они там в шоке. А, вы свою роль играем. Ну да, ты сейчас должен сыграть девушку. Ну ты уже хорошо начал, то есть то, что она косоглазая, это как бы, да, намекает на то, что девушкам с оружием это... Эй, а где мне оружие взять-то, а? Вот сейчас прям хорошо получилось. Так. Оп. Черт, меня убили. Плюй, плюй туда. Что? Это весело. А как выбирать другого кого-нибудь? Плевальщица, у тебя прицел сбитый, блин. А как выбирать другого? Почему я все время это... Понеслась! Задрочу! Не успел. Так быстро дрочил, что аж загорелся. Еще и других поджег. Ты опасен. Я опасен. В этом деле я опасен. О, я, кстати, этим здоровым там громилой. Давай, задрочи. Я знаю, ты умеешь. У тебя в батле 100-й уровень, поэтому... На! На! Я тебе... Давай, давай, чувак, еще я разок. Посмотрю на то, как ты да убиваешь. Еще раз. Да еще много, 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 много раз. Крутой чувак. Разбей неграм пол. Ужас, ужас, нас забанят. Ой,
это ведьма! Фу, я случайно, я не хотел! Тупая ведьма! Я думал, она обычная. Есть, есть, есть. Давай, Дамир, отстреливайся. Тут негр побежал, у него пивасик висит. Так это на брюках. Дамир на стрим без пива не ходит. Хотя говорит, что не пьет. Да вот убежище, быстрее сюда. Мы дошли, мы дошли. Ура, ура, мы дошли. Вот так, поздравляю вас, ребята. Так, да, я поздравляю всех, кто был с нами. Все хорошо справились, ребята. Вы достойны. Туман и Энтерпрайз, вас и поздравляем. Да. А ребята, кого мы убили, и вам тоже, вы тоже молодцы. Тут танк! Да-да-да, я бегу, пытаюсь его поймать, да отвали. Поймать, поймать танк, что? Ну да. Не, ну если ты как-то по-своему, по-женски это сделаешь. Пишет, жена Чака Норриса ловит танк. Да, только жена Чака Норриса сможет поймать танк руками. Ну, да. Это точно. Нас как постановить, знаешь? Я помню, мы с ребятами как-то у кого-то в гостях в паблике с приколами про Чака Норриса залипли, ну не знаю, ну может минут на 30, на 40 просто с этими картинками. Да, конечно, чувак прям ой, меня курят, легендой меня стал из-за своих приколов, как типа Чак Норрис выиграл в Counter-Strike, играя за заложников. Билл Гейтс живет в страхе, потому что у Чака Норриса может повиснуть винда. Когда Жакей запрыгивает на голову, сразу вспоминается фраза «не бери в голову». Почему-то. Да ну блин, ну блин. Интересно. Far Cry 3. Опа, есть! Вот это килл! Это ты танк, что ли? Не, я вынес чувака просто. Ох-хо-хо-хо-хо. Все, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Ну, что, дверь не открывается. А. Не в ту. Такие именно игроки. Неплохие. Втроем стали. Ай, блин. Итак, там как-то странно переводится. Ну как, переводится так стрёмно. Лолипап это аж, по-моему, леденец. А Чейнсов это бензопила. Думай потом после этого. Ну, это как новый фильм со Стэтхэмом, знаешь, то, что делает, вот так и называют фильм. Не, ну реально. Механик, сантехник там, да, это. Да, да, да. Ну помнишь, как там действительно механик сидят продюсеры, и тут говорят: слушайте, ну мы сделали фильм, что надо как-то назвать. Блин, да отстань ты! Чуть-чуть. Ладно, ну что он делает? Что он делает? Он говорит, ну. Фотограф, все, иди, давай, все, делай фильм. Ну, спаситель, говорит. А тут что делает? Ну, гоняется. Ну, гонщик. Дальше. Что, сантехник. Да сантехник. Его так и называют. Мне такое ощущение, что продюсеры такой херенью и страдают. У них, знаешь, такой список длинный с этими там названиями. Сантехник, фотограф, пекарь. И они вот так вот сняли фильм. Крестик раз поставили, следующий. И так вот пока не закончится весь список у них. И не закончится сам Стэтхэм. Оп, оп, оп. Она смотрит на меня в шоке, да, девочка? Это я. На тебе. Так, ладно, я пока чат почитаю. Я пока включу второй экран, посмотрю, что у тебя там творится. Это должно было быть в моментах. Еще с таким, знаешь, типа... Подожди. Наводка камеры такое, тан-тан-тан. Какое... Хороший вопрос. Какое ваше любимое оружие в играх? Дилда. С каждым годом дилда оружие меняется то ли то арбалет. Только дилда не меняется никогда. Так, я беру коробку с зажигательными патронами. Подожди, мне надо это... А, тут охотник сидел с какой-то девушкой. Понятно, ладно, я вас закрою. Пошли дальше. А чуваки такие солдафоны классные. Сидя себе в самолете, блин, ну ты там включи насос бензиновый, мы тут зарядимся и полетим, да. А то нам так выходить, там холодно как-то. Да и вообще влом. И зомби. И зомби, да. Ребят, вы что не заметили? Там же зомби. О, гитара. Ой-ой-ой-ой-ой, меня заплевали, бегу к вам. Но тебе, я никогда не умел играть на гитаре, поэтому я играл всегда вот примерно так. Как вам, спрашиваю, как вам Брюс Уиллис? Старый? Как еще? Все, всем пока. До следующих встреч.
Я вам сейчас покажу заглушку, которую я вам мало показывал. В этот раз, да? В этот раз. Да, все, всем пока, удачи. Ставьте лайки, ребят, побольше лайков. На самом деле, это оказывается, это очень важная вещь. Да. Да, кто бы мог подумать, но... Да. Все, всем пока, до свидания.